Татьяна покинула Донецк около полугода назад. В родном городе у девушки остались родители. Следующая поездка в гости усложнилась. Теперь препятствием стали не только блокпосты, но и получение пропуска на пребывание в зоне АТО. В СБУ рассказывают, что получить документ можно в 5 пунктах – Краматорске, Мариуполе, Дебальцево, Старобельске и Большой Новоселовке. Отримати готові перепустки можливо лише особисто, а ось подати заяву та копії документів для її оформлення можливо через родичів чи доверених осіб. Оформление пропусков занимает 10 дней. Чтобы их получить, нужно подать заявление и копии необходимых документов, список которых можно посмотреть на сайте СБУ. Во-первых, как я им передам свои документы, ну да, электронкой, ладно. Во-вторых, они не очень хотят пересекать эту границу, которая между Донецком и Краматорском, там достаточно, например, или Донецком и Мариуполем, там блокпосты, там опасно, то есть рисковать, это получается рисковать своей жизнью, чтобы сделать этот пропуск. Срок действия каждого пропуска индивидуальный. Все зависит от цели поездки. Звертаємось до громадян с проханням поставитись із розумінням до вимушеного посилення контролю. Пропускний режим введено, перш за все, заради безпеки людей. Однако Таня говорит, что, несмотря на заботу со стороны СБУ, получение пропусков только добавляет лишних проблем. Так что пока ее поездка к родителям откладывается. Я не знаю, может, это есть какая-то в этом цель, безопасность, но мне, как рядовому, вот, да, украинцу, который дончанки, не знаю, которая хочет проведывать иногда своих родителей, которые остались там, то, что они не могли переехать по ряду причин, это, конечно, неудобно. Пропуска оформляются бесплатно. Все подробности можно узнать на сайте СБУ. Ольга Китик, Евгений Чменцев, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ.